Что стало с 72-летним Юрием Куклачевым? Любимцу публики Юрию Куклачеву сейчас 72. Руководитель уникального кошачьего театра до сих пор в деле. Талантливый артист сумел воспитать целую цирковую династию. Трое взрослых детей также занимаются кошками на радость публике. Сложные времена остались для театра в прошлом. Сейчас пушистые артисты работают с аншлагами, постоянно гастролируют. На достойное содержание кошек уходит около 500 тысяч рублей в месяц. Куклачев рассказал, что получает зарплату 120 тысяч рублей. Его пенсия составляет 45 тысяч рублей вместе с надбавками за народного артиста. Имея в собственности 3 огромные квартиры в Москве и 2 дома, предпочитает жить поближе к природе. Кроме работы в театре, пишет книги и занимается благотворительными занятиями с детьми. А вы любите кошек?